Всем привет! Сегодня вместе с вами приготовим творожные панкейки с лимонным акцентом. Для начала необходимо в большой миске соединить 300 грамм творога, 2 столовые ложки сахара, щепотку соли, 2 яйца, 1 чайную ложку цедра лимона по желанию и 2 столовые ложки лимонного сока тоже по желанию. Хорошо размешайте все ингредиенты вилкой или с помощью блендера до получения однородной массы. Затем влейте 250 мл молока в смесь творога, продолжая перемешивать, чтобы достичь гладкой консистенции. Просейте через сито 210 грамм муки и 1 чайную ложку разрыхлителя теста. Тщательно перемешайте. Затем добавьте 30 грамм размягченного сливочного масла. Перемешайте до равномерного распределения масла. Разогрейте сковороду на среднем огне. При необходимости добавьте немного масла для жарки. Вливайте порции теста на сковороду, чтобы создать панкейки нужного размера. Обжаривайте их с обеих сторон до золотистой корочки, обычно около 2-3 минут на каждой стороне. Подавайте творожные панкейки горячими, украсив их вареньем, миндальными лепестками и листочком мяты по желанию. Также можете использовать сметану. Вот такие невероятно творожно-лимонные панкейки у нас с вами получились. Быстро и вкусно! Всем приятного аппетита и хорошего настроения!